Есть! Пошел, 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 пошел. Этот намного крупнее. Вон что делает. Куда пошла? Стой! Ребята, всем крепкого здравия. Наконец-то выдался первый более-менее нормальный по погоде вечерок, и поэтому я абсолютно долго не думал, а сразу же приехал на местную речку. Взял поплавочную удочку и сегодня попробую половить хороших окуней на живца. Затяжные дожди заставили нашу плотину открыть клапана, поэтому уровень воды в реке примерно на 30-40 сантиметров выше нормы. Ну, посмотрим, будут ли сегодня окуни клевать. Кустами как тут все поросло. Прям с меня ростом трава растет. Ну, смотрите, какая лепота здесь. Ну, правда, на самом деле уровень воды намного выше нормы. Живец — это такая насадка, которая даже самую-самую пассивную рыбу заставляет шевелиться. Ну что, как успехи? И что, и не клюет вообще никак? Воду сбросили сегодня. А, сбросили сегодня воду, да? Ну, в смысле, приподняла? Не, она была... Наоборот, да? Сейчас меньше там. Ага. Не гоняет, ничего? Что-то окуня-то вообще тут мало. Раньше сливала, сейчас сидит, да? Ты на малька хочешь? Да. Сейчас буду проверять. Ладно, давай рыбаль. Попробуй. Так, сейчас, ребят, попробуем, чтобы быстренько наловить малявок. На паук. Сейчас, ребят, перешел на другую сторону. И тут вроде как бы есть малек. Сейчас попробую его отсюда поймать. Ребята, я поймал первых два живца. Ура! Значит, все-таки окуней половим сегодня. Короче, ребят, в прошлый раз, если можно было просто взять и зачерпнуть подъемником, и хватило бы сразу же на всю рыбалку, я имею в виду живца, то сейчас вообще практически голяк. Вот, 5 штук мне удалось выковырить каким-то непонятным чудесным образом. Вот, и сейчас я подожду, пока я тут уже наботал. Сейчас подожду, пока подойдет еще живец. Вот. У меня сейчас есть время хлебнуть чайку, потому что я уже, наверное, ну, часа два точно пытаюсь поймать живца. Вот. У меня сейчас есть время хлебнуть чайку и настроить снасточку. Потому что снасточку с красивым поплавком, которая у меня была, я благополучно куда-то посеял. Короче, лежит у меня тут все в коробочке аккуратненько. Вот. Я думаю, что можно было бы, по идее, поставить даже вот такой вот поплавок. Да. Потому что те живцы, которые я сегодня поймал, они этот поплавок не утопят. Поплавок на 2 грамма. Леска у меня будет 0,16. Сейчас по-быстрому все соберу. Оснастка у меня глухая. Вот эта вот хлорочка идет. Ее насаживаю на кончик. Все это дело обкручиваю. Нехитрым вот таким образом. Вот так вот. И сюда на кончик одеваю кембрик. Вот так. Все. И там он гоняет малька кто-то. Все, крепим поплавок. Обычная, стандартная процедура, ничего сверхъестественного нету. На кончике лески вот двойная петля обычная. И поставим мы сюда, наверное, пару грузиков на 0,75, чтобы у нас поплавок был не до конца огружен. Потому что живец будет дергаться и топить или притапливать поплавок, а я буду думать, что это поклевка. Сейчас проверим. Так, два грузика. Как у нас поплавочек встанет? О, огонь вообще пойдет. Надо мне еще поводок.
почему ставлю флюорокарбон? Потому что у окуней, особенно крупных, если много ловишь за одну рыбалку, то бывает отгрызает крючок. А если ставишь флюр, то все в порядке. Флюорокарбон я ставлю 0,2. И ставлю крючок 8 номер, тоже на петельке, чтобы свободно болтался. Крючок лучше с длинным цевьем ставить, потому что окунь иногда бывает заглатывает, а крючок с длинным цевьем полегче доставать. Ну все, оснастка готова. Сейчас попробуем еще немного живца зачерпнуть. Уже пойдем пробовать ловить. Тут, чтобы живца поймать, надо еще быть как Джон Рэмбо. Ага, хрен. Вот. Один есть еще. Парочка. Ну что, живчики готовы к работе. Удочка собрана. Можно идти на точку. Уже конкретно так завечерело. Но надеюсь, что сейчас будет выход окуня. Так, ну что. Давайте первого живчика сейчас насадим. Ну, чтобы не убежал. И аккуратно. Вот так. Эх. Объели живца нам, короче. Сразу же. Одна. Сейчас чуть меньше глубины сделаем. И еще одного насадим. Опять. Давай. Эх ты. Вот, ребят, смотрите, как он его жестко обглодал. Так, первый окунек взял. Мелкий. Попался шпингалет. Вот он, есть! Ребята, наконец-то клюнул тот, за кем мы пришли сегодня сюда. Настоящий конь клюнул. Как он гнет, а? О, хороший. Качественная куняха. Вот он, ребята.
Вот он, я знал, что он тут есть. Ну какой. Ну, красавчик. Блин, глотнул, конечно, до усрачки сразу. Придется брать. Ну вот, ребят, поймали первого достойного окунька. Клюнул он на самого большого живца. Ну, на одного из самых больших. Вот, я думаю, что, скорее всего, эта тенденция и будет продолжаться. То есть надо покрупнее немного живца, чем у нас есть. Ну, будем надеяться, что на обычного мы тоже поймаем. Есть! Есть! Ребята, это вообще огонь. Все, встал. Встал. Пошел, 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 пошел. Ты кто? Этот крупнее. Этот намного крупнее. Смотрите. Он что делает. Просто. Ух ты. Ребята, там щука. Щука клюнула, ребят. Ни хрена себе. У меня поводок из флюра там. Вот это мощь. Надо ее на берег тянуть. Надо ее тянуть на берег. А то она все откусит. Куда пошло? Стой. Господи ты, боже мой, да. Давай потихонечку, родная. Ёкарный бабай. Вот это. Вот это дурмашина. Ты смотри-ка, чё. Удок, она вообще здоровая. Вообще огонь. Она сейчас, скорее всего, биться начнет. Куда, 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 куда? Куда, куда, куда? Куда, 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 куда ты идешь? Куда, куда? Ах ты. Вот так. Вот хорошо, что флюр поставил. Как бы циклать бы все. Эх. Фух. За край, за самый кончик, смотрите-ка что. Это огонь. Вот не зря я сегодня
С живцом мучился, конечно. Эмоции вообще через край, просто кошмар. Ну как вам, ребят, рыбалка на живца, на поплавочек? Там вон парни стоят неподалеку, они, наверное, вообще офигели. Что я тут вытворяю? На этом участке вообще никто практически ничего не ловит на удочку. Ловят по кутам. Что кое-чего, я тут пришел. Вот и у меня еще одна хорошая поклевка была, но по губам, к сожалению. Надо проверить поводок. Не отгрызло ли? Хорошо, что флюр поставил. Леска у меня основная, 0,16. Аж это, смотрите, что, аж грузик отпал. Надо грузик ставить новый. Крючок целый. Поводок. Ну вот, зарубки есть. О, так и посередине есть зарубки. Вообще весь поводок менять надо. Кошмар. Короче, весы у меня что-то вообще гонят дуру. Вот. Так что опускаем просто красавицу. Не попадайся, пожалуйста, никому. А то вдруг тебя съедят. Ну что, друзья, рыбаки, я извиняюсь, конечно же, за то, что это видео такое достаточно сумбурное. Дело в том, что я просто уйму времени потратил на то, чтобы добыть живца. Вот. Ну а потом уже, конечно, самые классные были моменты, мгновения, когда клюнул сначала окунек такой прям добрый, а потом щука дала нам шороху в яж, прям до сих пор меня немного потрясывает. Я думаю, что надо будет обязательно еще раз сюда вернуться. Но чтобы было в запасе чуть-чуть побольше времени, чтобы можно было по полной программе оторваться. Я надеюсь, что вы сегодня немного покайфовали, посмотрели, как поплав выходит под воду. Ну и я тоже вместе с вами покайфовал. Ну и у меня на этом все, ребят. Увидимся с вами в следующих видео. Всем ни хвоста, ни чешуи. Крепкого здравия. Пока-пока.